Пару слов по калибровке феррита. Часто в интернете бродят различные инструкции, как правильно откалибровать феррит на квазаре. Какого он должен быть размера, например, рекомендуются куски там, 5 см и так далее. Да? Сегодня мы проверим, какого размера феррит должен быть и как его правильно калибровать. Должны ли мы проводить кусочком феррита таким образом, или там по спирали и так далее. Версий очень много. Как делаем мы и как сделать это проще всего? Заходим в Ferrit Zero, нажимаем авто, берем кусочек феррита, в нашем случае такой подготовленный брелочек, просто-напросто подносим его к катушке. Как только появились какие-то значения, просто задерживаем. Все, феррит настроен. Теперь касательно размера кусочка феррита. Я возьму немножечко ферритовой пыли. У меня в руках небольшое количество ферритовой пыли. Попробуем откалибровать феррит с ней. Нажимаем авто. Подносим феррит сюда. Как видите, прекрасно процедура удалась. Поэтому выводы. Любое количество феррита, фактически с любым количеством феррита, вы можете откалибровать свой квазар. И дальше не нужно махать ферритом туда-сюда. Вам достаточно его просто поднести к катушке. И как только значение появится, задержать его на 2-3 секунды. Спасибо за внимание.